На прошлой неделе в Казани состоялась встреча президента Республики Татарстан Рустама Миниханова с координатором группы стратегического видения России «Исламский мир» Вениамином Поповым. Говорили о международном сотрудничестве и взаимодействии со странами исламского мира. Обсудить рост исламского фактора в мировой политике Попов прибыл и в Казанский федеральный. Студентам Института международных отношений истории востоковедения он постарался объяснить, почему сейчас так важно быть в курсе исламского вопроса. Обязательно нужно знать, что представляет собой ислам. И если вы не будете это знать, вы не можете понять существа всех происходящих международных процессов. А это совершенно необходимо для того, чтобы обеспечить не просто мир, а безопасность вообще на Земле. Особенно если учесть, что у нас есть такая большая проблема, как а. терроризм, а б. как оружие массового поражения. Если вы хотите, чтобы планета эта выжила, вы должны все очень хорошо знать, то есть досконально учиться. Если вы что-то пропустили и не знаете, значит, надо наверстать, надо больше читать. Чем больше вы будете знать, тем легче будет договориться с другими, и тогда мы обеспечим просто жизнь на Земле. О жизни на Земле и противодействии экстремизму 24 декабря говорили участники круглого стола в ресурсном центре по развитию исламского образования. В завершении собрания было принято решение о создании информационного центра в Казанском федеральном по противодействию религиозным культам. Анастасия Иванова, Роман Самарин, Ленардо Влетьяров, Универньюз.